12 марта в 19 часов 35 минут на служебном участке погранзаставы погранотряда «Градис» Государственной пограничной службы вблизи села Биюк-Бехменли Физулинского района было отмечено нарушение тремя неизвестными лицами государственной границы Азербайджана со стороны Исламской Республики Иран. Нарушители границы были задержаны пограничным нарядом. В ходе расследования было установлено, что задержанными являются граждане Афганистана Давуд Афшар Джанмурат Аглу, Надир Джума Абдулрауф Аглу и Наджибулла Халилия Абдулназар Аглу. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.